Привет, Ёши. Ну что, ты меня узнаешь или не узнаешь вообще? Нет. Кто ты такая? Дело в том, что Ёши меня сейчас даже не видит, ребят. Вам привет. А это... Ну, я не хочу сказать, что это моя моделька. Это просто обычная моделька. Кстати, Ёши даже не знает, кем я сейчас буду. Зато я знаю, как Ёши выглядит. А все потому, что мне было очень-очень интересно. Ну, у ребят есть модельки, у меня нет. И, короче, я теперь на какое-то время буду выглядеть вот так. Ёши, тебе нравится, как я выгляжу? Чудесно, выглядишь чудесно в любом случае. Ага, хорошо, спасибо большое. Так, ладно, ну, здесь у нас небольшое обновленице. Мне очень хотелось прийти и записать это. Вот, так что иди сюда, буду показывать тебе все это дело. Ага. Какую песенку? Может, у тебя предпочтение есть? Какую-то песенку, может, хочешь определенную? Не знаю, выбирай ты. Я вообще не умею играть в эту штуку. Я попробую играть двумя руками, но у меня может не получиться. Ну, попробуй. Слушай, а у меня тоже на самом-то деле как-то и нет предпочтений жутких. Ну, ладно, давай. Нет. О, импостер? Импостер? Что импостер? Это? Подожди, я успел импостера выиграть. Ну, смотри, что у меня есть. Ёши, в смысле? А, вот сейчас все и увидишь. Сейчас он будет с тобой драться. Смотри, у него в левой руке нож, правый пистолет, и он готов убивать, по-моему. Так, ладно, следи за моими амогусами. Амогусы, амогусы куда-то выбегают. А как я буду следить за амогусами, если я слежу за тем, чтобы нажимать на кнопки, и кажется, я уже тебе проигрываю? Ну, я, честно говоря, не знаю, но ты зато круто летаешь, и смотрится спасибо очень забавно большое с твоими лапками. Но мои амогусы, даже не знаю, круче или нет, хотел сказать. Что-то в украинский перешли немножко, правильно? О, зато, кстати, смотрите, цвета стали у этих... Сейчас вот я свою партию отыграю немножко. Вот, цвета стали этих надписей, они радужные почему-то. Так было или типа нет? А, нет, слушай, я такого не видела. А у нас у обоих или только у тебя? Ну, я их точно вижу, ты их не видишь, что ли, типа? А, вижу, да. Ну, не все, только самые крутые радужные. А, да, действительно, слушай, а good просто зелененький? Да, и cool просто зелененький вроде, или это good? Я не знаю, что это я! Господи, какой кошмар! Ладно, Ёши, отрек мне нравится, кстати. Сейчас... Да, и нам еще целую минуту его играть, я не хочу больше. Подожди, это easy написано, но это же было hard. Я ничего не выбирала, я не знаю... Какой easy? Посмотри на это! Ёши, это вообще не easy, вообще ни разу не easy, мне вообще не нравится совершенно. Слушай, по-моему, мне почему-то кажется, что я просто не успел выбрать Амогуса карту. И просто выбралась рандомная, но может мне кажется. Короче, просто я выбрал хард, может хард не успел выбраться. По ощущениям, это вполне себе хард. Ну, ты вообще оценила моих Амогусов или как ты? Да, только я не могу успевать на них смотреть. А я надеюсь, ребят, что вы оцените эту модельку. Еще несколько сюрпризов. Не туда нажала, вообще не туда. Так, и я тебя немножко обережаю, пока... Немножко, множко, Ёши, очень множко. И кажется, я... Блин, опять отвлеклась, посмотрела, что там розовенький был. А, розовенький Амогус был? Ты да, из-за этого вот он отвлеклась? Опять. А, вот этот вот, пон. Не, анимация реально крутая на самом-то деле. Ну да, еще бы. Ой, зеленый выпал в самом конце. Ну, на самом малость, на самом-то деле, я тебя опережаю. И ты просто обыграл меня очень сильно, мне не нравится такое. Знаешь, Ёши, ну если у тебя есть Амогус, у меня тоже кое-что есть. Сейчас, секундочку. Увидишь, когда будешь монтировать видео. Как тебе? Ну, сейчас чудесно, я думаю, а вот на видео уже посмотрим. Мне так нравится, что ты этого не видишь. Короче, а эта штука так... не особо разговаривает, она просто вот так делает, Можно потом это сделать, а только покажешь потом, потому что я тебя тоже жду. Хорошо, я иду, все, поехали, выбирай. А ты зашла или нет? Я зашла уже, можно выбирать, 16 секунд осталось. Так, ага. Да, не было импостера песенки, просто была какая-то рандомная песенка. Начнем с первой импостеровской песенки. Ну что, Лана, мой импостер готов, уже полностью готов. Ну ладно, готов, давай, и, твой да. импостер готов. Да, вообще-то мой импостер полностью готов. У меня есть что сказать твоему импостеру, между прочим. Зачем ты с ним будешь разговаривать? Со мной разговаривай, он просто тебя будет убивать, если вдруг что. Нет. Я вообще поспорила бы. Ой, прикольный
трек, прикольная мелодия, она мне нравится. И я пока даже не косякнул ни разу. Но это... Вот уже... нет, вроде даже пока не так, что... Не то, чтобы очень плохо. Да. А что ты молчишь, импостерыч? Очень сложно! Пусть молчит, а ты вот страдаешь от импостера, по идее. Ой, Яш, ты даже не знаешь, насколько ты прав насчет того, кто тут из нас импостер. Господи, какой кошмар! Импостер мой пацаненок, вообще-то. И нравится ли тебе его анимация? Рассказывай. Кстати, очень у меня нравится. Реально все импостеры. У тебя явно все импостеры. Ёша, да блин, не отвлекайте меня! Какой кошмар! Почему я настолько проигрываю уже? Короче, потому что я немножко стал попадать вроде бы. Я вообще не туда нажала. Ладно, а ты кнопочки те нажимаешь? Нет, но как бы я знаю, что я нажимаю не те, так что все в порядке. Я специально это делаю. В этом плане. Да. Ага. Звучит забавно, на самом-то деле. Слушай, а трек мне реально нравится. Ай-ой-ой-ай-ай-ай. Да блин, ну куда же я нажимаю-то? У меня аж синий чувачок спрятался в люк. Нет, вышел оттуда. Да блин. Так хорошо же шел в начале. Ну что ж, в какой момент все пошло не так-то? У нас вместе идет, я понял. Да, в том-то и дело, что сложно говорить, поэтому. Да, я понимаю тебя прекрасно, хорошо. Я вообще ничего не могу больше сделать. Почему я сказал стрим? Ведь, ребят, это подсознательное желание постримить эту игру с вами. Так что пишите в комментариях, если хотите стрим с этой игрой. Вот, мы обязательно поиграем с вами на стриме. А пока я видео не буду говорить, да, может быть. А нет, уже буду говорить, все поздно. Фу, уже конец песни. Какой да. кошмар, и вот розовенький Ёши. Импостер Ланы выполз вон. Просто выполз. Розовенький импостер Ланы еще не такое умеет. Ну такая сильная получается Лана. Так, Ёши, что-то мне надоело немножко с этими импостерами. Ты, конечно, своих оставляй. Я немножечко тут немножко кое-что переделала. Короче, мне очень интересна ваша реакция. Я, кстати, не знаю, кто это. Если вы знаете, можете написать. В общем, Ёши выбирает песню. Я уже выбрал песенку. Это вторая песня в импостере. Вот. Сегодня микрофон задела. Ладно, хорошо, отлично. Импостеры так импостеры. Может, я хоть раз смогу тебя победить? Давай попробуем. Может, действительно так и получится. Так, ну что? Тунь, ту-ту-ту-ту-тунь. Ту-ту-ту-ту-тунь. А что ты молчишь, когда я вот это пытаюсь нажимать? А просто я готовлюсь морально, а еще ты знаешь, что нельзя не смотреть на модельку, когда ты там пытаешься что-то с ней делать. Слушай, ну у меня небольшой опыт использования этой штуки, но я стараюсь туда не смотреть. Я иногда даже сворачиваю эту штуку, а проверяю, просто разворачивая. Вот, поэтому как-то так. Блин, а какой кошмар, мне совершенно неудобно. Да сколько? На 10 тысяч ты меня... короче, я больше не хочу играть. Да ладно тебе, там еще одна песенка. По-любому одну песню еще надо сыграть, просто однозначно. Угу. О. Так, нормально, пока идет. Хорошо, слушай, а мне даже нравится. Да, я вижу, трек. Насколько хорошо. У тебя все там cool, а у меня bad, вот как и сейчас было тоже. 40 на 25, 39, 80, 30. Ой, кто-то подключился к нам, ладно, ты слышала? В смысле, это кто, это откуда, я не хочу. Это к нам в Among Us. Ты слышала звук подключения? Или ты да, без звука играешь да. в эту игру? Я... Ну, вроде нормально, вроде получается пока у меня. 51 тысяча, да, на пятнашечку, я думаю, ты будешь отставать пока. Ой. А вот сейчас вот начну косячить, и пятнашечка превратится в 5 какие-нибудь. Блин, реально прикольные мелодии. Интересно, очень этот мод сложно. Есть же уже в открытом доступе? Блин, так, на оригинальный FNF. Потому что я все как-то собираюсь поиграть в оригинальный FNF, но руки не доходят, честно говоря. Ёжи, я вообще в него не играю. Зачем ты меня сюда потащил? Я же не могу вот это вот все. Ну потому что здесь обновление крутое. Я хотел показать тебе модельку вот эту вот Амонжика. Она мне очень понравилась, которая там тусит рядом со мной. Но вряд ли у меня получится. Короче, Ёша, это какой-то кошмар. Я вообще, по-моему, проигрываю очень сильно. 83 на 59. Ну, в принципе, такое, нормально, неплохо.
Слушай, мне нравятся мелодии вот эти вот. Мне вот интересно, что там будет в третьей песенке. Первые две мне, в принципе, понравились. Ну, сейчас, хорошо, подожди, я еще кое-что поменяю. Ладно, Ёша, ну допустим, я готова. И я не знаю, как это выглядит, потому что я пытаюсь на это смотреть. Короче, я просто буду наслаждаться своими модельками, а вы там, Ёша, играй, ребята, смотрите. А я вот такая мяу-мяу. Ну ладно, допустим. Так, у нас третий трек из «Импостера». Сейчас посмотрим, как это все дело будет выглядеть. Ты же специально выбираешь сложные сложности, чтобы я не смогла победить. Лана, ты прости, но здесь нет других, тут только хард. Ладно. Так, ну и что у нас тут по музычке? А по нотам? А по нажиманиям? Что-то будет? Ну-ка. Тун-тун-тун-тун-тун. Ой-ой-ой, слушай. Я пианист, вам простите. Ну я попадаю хотя бы, мне нравится, что я хотя бы попадаю сейчас. Ну, я тоже вроде даже попала несколько раз, и это можно считать, что было хорошо. Ну, я надеюсь. Я начал косяковать, но в целом, я с собой даже доволен в начале этого трека. Трек, кстати говоря, долгий, и там кого-то убили в этом треке, насколько я слышал. О, господи! Это в треке или это твои амонги кого-то убили? Я надеюсь, мои амонги никого не убивали, потому что мы на сервере вдвоем, а если ты жива, значит все окей. Это, знаешь, что слишком читерская моделька была бы. Ну, кстати, да. Просто невзначай такая ляп, и все. Моделька и такая полезная сразу была бы. Да, да. Да так. Уж. Ой. Кстати, Ёша, я реально почти догнала тебя. Ну, да? Не сейчас, когда ты оторвался, а до этого. Ну, вот сейчас я опять про... Все, короче, забудь, я проигрываю. Слушай, а я, кстати, не промахивался-то особо. Прям очень, как вот в прошлых двух песнях. У меня постоянно сик. Типа вот good или вот как... Ну, у тебя сейчас тоже типа good и sick. Да, я видела. На самом деле довольно неплохо, но на 5000 я отстаю. Но я могу сказать, что к этому моменту я немножечко стала получше. Ага, ага. Слушай, ну судя по счету, ты... А, я так не буду отвлекаться, пока не знаю, насколько... Да, давай не отвлекайся. Ага. Так, ну у меня 54,80... 830, господи, ну, слушай, ты не так далеко, учитывая, что еще минута осталась, в принципе, ты можешь, я думаю, да? Нагнать меня, да, конечно. Нет, на самом деле не могу, 10 тысяч придется набрать, а это, ну, это если ты сейчас просто перестанешь нажимать кнопки, и тогда я, может быть, и выиграю. Ой, там прикольно так было, такой момент, где можно было не просто, не очень прикольно, мне говоря, не понравилось, вообще лесенкой нет. Нажимать, оп, нормально, так. Слушай, я реально в этой песне как-то поувереннее себя чувствую, либо просто уже смог сыграться со своим маленьким амонжиком, вот. Ага. И остается полминуты, а разница на десяточку уже сейчас будет, я думаю, после твоей партии. А, нет, мне не нравится. Да, мне нравится этот трек, он довольно легко играется, поэтому мне заходит, честно говоря. Да, и звуки прикольные такие. Прикольно адаптировали под... Ай-ай-ай-ай. Амонджиков. Звуки амонджиков прикольно адаптировали под эту песню. Мне очень нравится. Тынц. Нормально. Слушай, ну знаешь, не так уж и далеко. Давай по-честному. Не так уж и далеко. Далеко-далеко. А знаешь, я вообще не представляю, как это видео можно смотреть, потому что тут столько отвлекающих моментов. Вот эти модельки, вот эти твои амонги и вообще, короче, капец. Но, чтобы еще побольше отвлекать, я сейчас еще что-нибудь поменяю. Че ты там поменяешь-то? Вуаля! Как тебе? Хотя не говори, потом. В общем, это я. Чудесно. Я теперь выгляжу так, спасибо большое. Как всегда чудесно, Лана, да. О боже, я что, даже не представляешь. Могу тебе дать намек, но мне нравится, что ты не подозреваешь, в чем дело. Да я, знаешь, я типа принял позицию не спра... Так, а можно другого игрока, пожалуйста, в игру? Да, ага. Сейчас, секундочку. Так, кстати, мы импостеров закончили, я даже не знаю, а что еще. Серьезно? Ну, можно еще раз импостеров? Хочешь сначала импостера или... А, может, есть что-то про пони, например? Пони? Блин, ну, я не знаю. Моника, есть Моника, хочешь Монику? А,
Давай! В нормал Монике, мне кажется, нормально. Слушай, про пони, я не знаю, я просто хотел в Монику поиграть опять. Мне просто нравится этот трек, просто капец. Я сделал нормал специально для тебя, вообще-то. Спасибо. Так вот, я принял позицию не спрашивать... не спрашивать, что у тебя там за моделька. И мы пока не поговорим, потому что у меня сел наушник, вот, и... Я не знаю, что говорит Лана сейчас, ребят. А, ну ладно, я ничего не говорю, все в порядке. Потому что я играю и пытаюсь уследить за стрелочками. А Лана говорит где-то там в телефоне, а у меня беспроводные наушники, которые разряжены. Вот. И я тут... Да уж. Знаете, мне это очень интересно в плане того, что... Максимально странный момент, на самом деле. Я надеюсь, Лана сейчас что-нибудь говорит. Лана говорит, только ты ее перебиваешь. Короче, фишка в том, что Йоши не видит и не слышит меня. Это просто невероятно. Я могу делать любые вещи. Алло, могу алло, сказать, алло, что... Блин! А! Йоши, а, я... Вот, да, короче, все, говорила, я... Это был отвлекающий маневр, чтобы я совсем тебе проиграла, правильно? Вообще-то, между прочим, я только вот, пока была пауза, я еле успел взять наушник в руки. Потому что я не знаю почему, у меня внезапно, ай-яй-яй, перестало сообщаться о том, что заряд его подходит к концу. И, а знаешь, чё, в чем прикол? Хотел сказать, в чем прикол? Я сейчас играю в ритм-игру без наушников. Вот как тебе это? В смысле? Вот это вот? Ты просто вот смотришь вот на стрелочки и нажимаешь? Да. Да, и ты все равно меня обыграл. Не успел. Все, я больше не хочу. Я больше не хочу. Нет, до свидания, я ухожу. Куда здесь выход? Где здесь выход вообще, пожалуйста? Куда уйти? Мне не нравится такое. Я ухожу. Ой, я наушники взял. Ну ладно, не уходи, ну пожалуйста, ну правда. Ой. Нет. Ладно, ничего. Я просто играю чуть больше. Чуть-чуть больше играю. Я вот с Ульяной видео записывал. Пока. Йоши, все, я закрыла глаза, я тебя не вижу, я не знаю, как отвернуться, и, короче, все, в общем. Ребят, ладно, раз уж Лана решила спрятаться от нас, не будем ей мешать, и я думаю, на этом мы закончим. Вот такой вот Амогус мод у нас получился, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте, и всем пока! Пока!